Всем привет. Очередная серия. Еду в Германии смотреть автомобиль Volkswagen Golf 1.4. Вот тоже позвонил в автосалон, сказали, вам перезвонят. Вот ждал, в общем, 2 дня ждал звонка от них. Вот, короче, так и не дождался. На 3-й день позвонил, сказал, я же жду 2 дня уже звонка вашего, чтобы термин-то сделать. А он говорит, да не, мне никто не передавал. Вот так они работают, автосалоны в Германии. Вот. Ну, я говорю, ну, мне надо посмотреть, да, пробную поездку сделать. Он говорит, ну, так надо термин. Я говорю, да, конечно, термин надо. Я это, говорю, сказал 2 дня назад еще. Он говорит, окей, завтра, говорит, есть время. Я говорю, ну, в общем, время обозначили с ним, едем смотреть Volkswagen Golfик, 17-й год. Так что смотрите, не переключайтесь. Вот пока еду по немецким лесам, вот дорога, да, вот в лесах дорога отличная. Природа, конечно, лучше природы пока я не видел. Volkswagen Golf 1.4. Так солнце идет, не видно даже. 16-й, 17-й, стекла 17-й год. Ничего не видно, да? По стеклам солнце еще такое яркое. Сейчас на покрасочку пробьем. Семнадцатое стекло тоже. Так, 6-е стекло. А что-то 7-е и 7-е. Короче, 2 стекла 6-го года. Нет, 3. 3 стекла 2006 год. Остальные все 7-е. Так, тормозные диски. Тормозные диски, ну, они не новые, конечно. Там, наверное, 0,5 миллиметра ушло. Точно. Впереди 0,5 миллиметра. Сзади новые. Почти нет. Нет, они не новые. Нет, нифига. Это здесь-то кажется. С этой стороны нет. Короче, тормозные все родные. Диски. Да, это тоже. О, резина. Резина у нас 16-й год. Ну, родная. Вот туда тормозные тоже родные. Ну, их, в принципе, можно сказать, чтобы они заменили, если покупать. Да, тоже резина 16-й год. Ну,
это тоже 16-е. Короче, она отличается на одну неделю только. Резина. Тоже 16-й год резина. Семнадцать. Задний багажник. Нормально. Пока идет нормально. Пока родное идет. Пока родное идет. Ну, вмятинка есть. Вот она вмятинка от града, может быть и просто. Hallo. Ich möchte zuerst anschauen. Ja. Und dann. Wir kommen rein. Ja. Ich bin hier hinten, ja. Und dann alles gut, ja. Ja. Rein. Ja. Und Probefahrt. Ja. Ja. Können Sie öffnen? Okay. Ja, alles gut. Интересно, у них вот так идет. Здесь побольше, чуть-чуть слой. Но нет, это в пределах нормы. Задние. Опа, отлично. Внутри тоже надо промерять. Да, на прибор не смотрите. Ну как, изношен уже. Уже он со мной 7 или 8 лет. Этот прибор. Блин, тут присаживаться приходится. Неудобно так возле других машин. Нет, все в родной краске. Говорит, я надеюсь, что придете. Ну, салон пахнет совсем новым, да. Совсем новым. Но за 30... тысяч, конечно, тут помяли, но тут из-за того, что она высокая, я так думаю, вот, замяли. Руль. Да, есть что-то тут потерто. Ну, салон, да, как новая машина. Вот салончик. Ну здесь, да, вот здесь вот замято. Может быть, какой-то толстенький ездил. Может, какой-то плотненький ездил. Зажигание. Ладно. Руль это не так сфоткали. Потертый немного здесь вот.
все промерять надо. Все. Все вот эти 105. Нет, все, все в родне. Ну, все в родной краске. Все в родной краске. Так, косячок вот, задняя дверь левая, обшивка двери вот, как будто отверткой тут ковыряли, ну это, наверное, дети. Вот царапка. Ну, тут не очень, но здесь что? Тоже царапка. Это, в принципе, нормально. Больше, а, вот царапка, ну, тут от ремня. Видно, дети или что. Потолочек нормальный. А, ну вот здесь есть грязненько. Вот здесь грязненькие царапки. Вот здесь есть немножко. Так, здесь смотрим. Карта правая задняя. Нормально. Здесь тоже все хорошо. Здесь такого косячков больше я не вижу. Тут, тут полосочка немножко царапнута, немножко. Это карта правая передняя. Тут ногами царапаны. Видно. Ногами. Здесь все хорошо. Вот здесь вот на бардачке. Ну это все уйдет. В принципе. Все уйдет. Так, подлокотник тоже все хорошо. Все. Салон. Крылья родные. Не снимался капот. Родной. Эти родные. Стоят. Это тоже родное. Тут крыло. Все родное. Винт. Номер. Это официальный дилер. Все родное. Тут тоже все родное. Тут сразу видно машинку. Все родное. Масло вон на 29 поменяли. Вот Кастрол какое. Ну, течи такой. Я не заметил. Нету. Жидкость, тормозуха. Эй. Ну, короче, она нормально. Пока надо по этому, по сервису. Книжки, что меняли. Брем Флюсих Кайт тоже заменили, короче. Тормозуху поменяли. В коробке не меняли. Ну, стандартная тема, стандартная. Машинка. Что тут смотреть? Капот тоже все равно. Под нищу как бы не ездили, конечно. Зацепили. В принципе, здесь нормально. Пороги тоже все нормально. Вот
по антикору все. Тут это все завод, конечно. Нет, пластик снизу нормально. Царапка что-то была, но просто грязь стерли и все. Пороги нормальные, все родные. Руль, косячок вот здесь, значит, да, потертость немножко есть. 30. Так, ну да, салон пахнет. Тут нормально. Торпеда, все. Все нормально, кнопки не затерты, ничего. Тут все нормально. На 30 тысяч она выглядит. Да. 30 тысяч, это да, нормально. Здесь тоже хорошо. О, вот здесь косячок. На этом царапка. Нет, ну я бы не сказал, что 1.4 там подхватывает сиденьку. Но она едет для своих 1.4, 110 лошадиных сил, она как бы едет. Но то, чтобы она прям в сиденье, в тап, меня топила, ну, такого нету, конечно. Так, вот ошибки. Ну, давайте снизу. Электронный бронь передней пассажирской двери. Что там, стеклоподъемники все работают. Жестко, конечно, но работает. Задние тоже все работают. Давайте, адаптивный круиз-контроль. Так, передняя пассажирская дверь. Посмотрим, что там. Что там справа передняя дверь? Кабель. Ладно, текущие данные тоже посмотрим. Электродвигатель, ну, стеклоподъемник, это все фигня. Это все фигня. Самое главное, давайте вот на двигатель посмотрим, что там. ESP, сигнал, бортовой компьютер, центральный модуль, недостоверный сигнал. Тоже ничего страшного. Угол. Датчик угла поворота рулевого колеса, недостоверный сигнал. Нет, руль все нормально. Может, что-то как-то, может, сбой был. Регулируемый по детонации. Цилиндр 4 достигнут предела регулирования. О, это уже вот интересно что-то с этим. Она немножко как-то это подтраивает.
место. Da da da, down down.